В этот раз выставка посвящена прекрасному полу. Героини полотен, загадочные нимфы, древние всадницы и современные валькирии. Всего больше 40 работ разных лет. На территории Кубани был Восточный Босфор, и очень многие сюжеты мне посвящены этому периоду, периоду античного мира. Это вот собрались вместе юная амазонка, минотавр и два грека. Им всем хорошо. Там, правда, действительно было хорошо. В Кубани было полно рыбы, на полях росла пшеница, рядом были леса, звери, рыба, вода. Ну, короче, был практически рай земной. Выставка приурочена ко дню рождения художника. Поздравить кубанского живописца пришли друзья и коллеги. Посетила экспозицию и вице-губернатор Анна Минькова. Заместитель главы региона пожелала Сергею Воржеву творческого подъема и вдохновения. Я глубоко поражена, на самом деле, вашим творчеством. Вы знаете, мы все же уникальный город с творческой точки зрения. И на самом деле, не зря называют Краснодар культурной столицей. Пусть так и будет, пусть это сохраняется, чтобы побольше у нас открывалось подобного рода галерей, чтобы у нас побольше становилось меценатов, которые заинтересованы сегодня в развитии искусства, которые поддерживают сегодня наших творцов. Сергей Воржев – один из самых известных кубанских живописцев. Его картины представлены не только в российских музеях, но и в частных коллекциях за рубежом. Творчество художника ценят во Франции, Италии, Австрии, Германии, США, Японии, Канаде, Сингапуре.